Спасибо вам за ваш великий подвиг, за честь страны, что так нам дорога, за то, что долг свой до конца исполнив, Отечество спасли вы от врага. Дедушка Иларион Максимович Щукин, ветеран Великой Отечественной войны, начал войну с первых дней и прошел ее до 1945 года, до победы. В действующей армии принимал участие в битве при озере Балатон, в Венгрии, очень серьезный бой, в котором он был ранен. И за участие в этих боевых действиях имеется у него благодарность от верховного главнокомандующего Сталина. Также в семейных архивах сохранилась и благодарность за участие в боях за город Бендеры. Я, например, узнала достаточно недавно и очень приятно и гордость за то, что вот действительно наши края тоже дедушка освобождал. В празднике 9 мая мы с бабушкой и дедушкой всегда тоже, конечно же, ходили на праздники, и дедушка и бабушка одевали свои ордена. Надо сказать, что не очень охотно рассказывали они о каких-то подробностях военных действий, может быть, потому что все-таки для них это были воспоминания, связанные не с очень приятными моментами. Это те семейные ценности, которые необходимо передавать и которые должны помнить. И мои дети сейчас тоже вот уже эти фотографии рассматривали с интересом, потому что, конечно же, сейчас это редко увидишь, тем более, что... Ну, это страницы нашей истории.